В школьном дворе Кривической школы поселились совы. Редкие птицы, ушастые совы облюбовали старые туи. Их не пугают ни детские крики, ни шум деревни. Такому соседству учреждения образования только рады. К новоселам теперь водят школьников на экскурсию. По словам педагога, птицы хотя и хищные, но своим присутствием никому не мешают. Как утверждают очевидцы, на деревьях можно увидеть сразу до 10 представителей этого редкого вида. Правда, разглядеть их между ветвями очень сложно. Из-за своего серого окраса пернатые почти незаметны. Отличительная особенность совы ушастой – большие ушные пучки, состоящие из 6 перьев. Она похожа чем-то на сову сплюшку. Помните, мы все смотрели, когда сравнивали, искали, какая это сова, какой вид. Мы смотрели Красную книгу, она как бы похожая на сплюшку. Но сплюшка что? Она не зимует. Да? Она куда-то ищет лучше территорию. И интересные факты. Ушастая сова может поворачивать голову на 210 градусов. Как правило, совы этого вида формируют группы численностью до нескольких десятков особей, так называемые совиные парламенты. Всего в Беларуси обитает 11 видов этих пернатых. И еще одно забавное видео, которое снял на мобильный телефон солигарчанин. Лебедь, который несколько лет назад получил прописку в зоне отдыха «Тихая заводь», улетел. Его нашли гуляющие по лесу люди и вернули беглеца домой. А теперь его всей экскорт провожает домой, где-то с километра.